продолжает атаковать. Вагнитка, здорово! И пас назад, добивание и гол! 1-1, вот это да! Молодец Николай Голдобин. Правда, молодец. Так получается и на этот раз. Хохлачев, 1-1. Работа, Бочаров и подправление, Белоусов. Сергеев, и вот момент у Динамо, гол! За считанные секунды до конца третьего периода, 1-1. Польский, добивание, гол! Динамо одерживает победу. Бежались минчане к воротам, и Ажиганов находит траекторию. Линдон Вэй выцеливает и загоняет шайбу. Ворота, закончился самый длинный матч этого плей-офф.